такое песня? Песня – это стихотворение, в котором есть волны и ноты. Песенка, которую красиво поем, ибо нее сами выступаем. Это стих под музыку. Под нее надо петь. Песни – это музыкальные стихи. Это когда поют. Какие песни нравятся тебе? Мне нравятся духовные песни, песни про войну, баллады, рождественские колядки и рождественские песни. И в самом конце песни шамана. Про маму. Частушки. Ну, там... там смешно. Частушка. Солнце, яркий луч. Конь. Про Чебурашку. Исполни любимую песню. Что за песня такая? Я сама, на лице такой нет, я сама такую песню знаю. Уйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Солнце яркий луч, принеси в мгле, я прошу, верди, что так жила там, где жила на мне. Я Чебурашка, не каждая дворняжка, простите, каждый лапу подает. Дай, попросил я у Бога, дай мне жизни осилить дорогу, дай мне, дай все преграды разруши, дай мне продать свою душу и не уйти, если нужно, дай мне, дай мне дышать и верить израненным сердцем, дай мне нести свой тяжкий крест и не падать, дай мне все пережить и до смерти любить, слышишь, дай мне, дай мне.